Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение моей партии за Алиенору Аквитанскую в Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней, ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше начинать просмотр с самого начала. Кроме того, напоминаю, что спонсоры канала видят все серии сразу во вкладке сообщества. Ну а всем остальным, приятного продолжения просмотра. До рабочего в Бирмингеме купить... Янтарь обработать и железо. Вообще железо надо обработать. У меня что-то только железо, а нифига не обрабатывается. Ну, мне надо в картографию выходить. Маури захватывать, я считаю, тут бессмысленно. Давайте купим строителя. Кстати, в Сток-он-Тренте водяная мельница очень неплохо зайдет. Поэтому давайте здесь после рабочего амбар. И... тут железо обработаем. Ускорится колесо. Ну, я считаю, тут мне во многом поднасрал. Видите, что амбар два жилья дает, что маяк два жилья дает. Конечно, мне маяк выгоднее ставить, просто потому что еще и караваны. О, слушайте, 8 ходов, а я опять в золотой век не выхожу. А что так? Мне всадников надо. Что-то у меня как-то постоянно... А, тут раньше... Слушайте, раньше заканчивается... Там кто-то офигительно валит. Голландия офигительно валит по всему. Так, железо обработаем. Мне, во-первых, нужен мечник, видимо. Так, давайте колесо обрабатывать, открывать, потом обработку железа. Как раз это все две ускорит. Литературное произведение дает. Может использовать? Пускай культура идет. Мне тут... В общем-то... Так, сюда... Идем вырубать леса под Магнусом. Блин, мне не очень это нравится, как я тут разруливаю пока. Вообще 4 очка осталось. Кампус тут построен. Блин, надо еще решить, что с правительственным. Ну тут правительство надо как-то вот для этих трех городов делать. То есть, видимо, вот сюда правительственную площадь, и тут ромашку вокруг. Странно, вроде театральная площадь тут быстрее должна строиться, я этого не вижу.
еще одного строителя. С оракулом я как-то тоже затупил очень долго. Строю его. Так, то ускорили, мечников ускорили. Victorious warriors win. И мне всадники нужны, чтобы маскат, тяжелую колесницу. Сколько всадники стоит купить их? 160. Ну, надо, наверное, покупать, чтобы... Да, блин. Надо купить. У меня тут гавани стоят с маяками. Хорошее вложение денег, я считаю. Тем более... Геликарнасский мавзолей достраивает Англия. А, Англия. Маури, это я Англия. Так, ну в принципе, я, по-моему, в лобби третий был. Так что я думаю, что я оракул тоже дострою. Плюс 3 к боевой мощи всех морских юнитов. Нифига себе способность. Да, это надо использовать сразу. Так, все, в золотой век я выхожу. В любом случае уже. Пойдем инвентарь обработаем. Не нравится мне армия Шумера. Ну, я бы на месте Шумера на Австралию нападал, с другой стороны, а не на меня. Фес под влиянием Шумера явно, да? Ну, фес, конечно, нужен для... Нет, Голландии. Фес, конечно, нужен религиозным. При первом обращении города в религию, с помощью религиозного выбора, получается 20 единиц науки. А кто-нибудь вообще религию основал? Франция и Бразилия. Так, оракул я построил. Фес мне тоже надо, видимо, отправлять. Я бы захватывал Фес, если бы он на море стоял. Как? Почему компьютер взял, отвел поселенца и сюда поставил Фес? То есть у меня как в некотором смысле бессмысленно теперь. Из-за того, что он сюда поставил, то получается вот здесь невозможно нигде город. Был бы тут Фес, то сюда бы город влезал. Блин, ну, смотрите, раз, два, три, четыре, пять, шесть городов.
Ну, мне надо где-то тут искать. Мне надо идти, видимо, по морской ветке и... Я открою еще мечников на всякий случай. Но дальше мне надо... Вот, да. Картографию. Для этого мне надо деньги, три разных спецрайона, чудо света античности. А что, оракул не чудо света античности разве? А, древнего мира? Это странно. В принципе. Ну что, Занзибар давайте еще, да? Нет, давайте Фес. У меня, хотя у меня только одна библиотека с другой стороны. Тогда лучше Занзибар. Будем тут вырубать. Я тут один ход постою. Подожду, чтобы... Так, здесь строим театралочку. И плюс 2. Я не понимаю, когда плюс 100%, где вот это? К производству театральных площадей. А, может имеется... Нет, все равно не понимаю. Так, это у нас поселенец будет ожидать... Открытие возможности плавать и исследовать все. What happened? No, no, he and Nick, she need a toilet break. Okay. Так, тут кто-то у нас вылетал, поэтому мы паузу делали. Так, а, переход хода идет еще. Идет еще переход хода. Не очень, что-то я тут, знаете, как-то не очень мне тут нравится. Так, надо подумать еще сейчас, пока будет с... С губернаторами принимаем дружбу опять с Маури. Я бы, конечно, союз хотел с Маури делать. Да ладно, неужто Шумер идет на меня нападать? Ну, это бред просто. Так. Давайте каменную кладку. Открывать, давайте апать. Hey, take this deal when you... Воина. Ну, это... Это прям очевидно. Коляски, где он находится? Ему в рыцари, видимо, он их хочет там. Ну, до рыцарей ему далековато, подождите. До рыцарей далековато. Гильгамеш, wanna trade? Egypt, I'm trading my extra resources. Почему он заключил дружбу с французом, а не со мной? Вот объясните. В чем логика этого решения? I don't know why Germany took the fucking good great scientist if he doesn't have what to call this. What did I say? Я строю сначала здесь театральную площадь, потом колосс. Блин, но мне юниты нужны с другой стороны. Так, мне надо этого дуболома тоже переводить к стоп-энд-тренту. Oh,
I don't have time to take your deal. In the queue. You don't have time, or should I send it again? Can I send it again? Yeah, if you need it, send it again. Yes, please. На холмах расположу лучников. Guys, I'm a DC again. No. DC again? Yeah. Pause. I'm just desyncing. Welcome, I really want to troll you guys once more. Oh. Так. But you seem поставлю... not happy with that. So I'm going to stop. 100% к созданию осадных юнитов и стен. Здесь поставлю чудеса. Chupame la polla together. Together in Spanish. Математика ускорилась, да? Juntos. Juntos. So it makes sense. Chupame la polla juntos. Not really. Then how do you say suck our dick together? Or suck each other? Chupemos no la polla juntos? Chupemos la polla juntos? Изучение Chupemos испанского no. языка. Wow, that's so difficult. В прямом эфире. Так, военную традицию надо открыть, чтобы иметь бонус за атаку с флангов. Стоим тут. You know a lot. It's a verb, so you have to conjugate. I will, sorry. Так, давайте. Пастбище строить. Now the fucking CS have war. I hate that. Ух ты. 20 мирового влияния. Очень сейчас надо. You got what? You take the shoes of Akkad if you want. Так, ну Виктора, видимо, благодаря I was trying to kill that Naga's действиям Шумера. Like that. It is the useless one. I'm not met the one south of Akkad either. There's so many I haven't met. Я уже на автомат тут ставлю. Maybe being the blue one. Скаутов, потому что просто не успеваю. Yeah, you know Fez, don't lie to me. That is just south of England on the coast. Так, ну, похоже, надо в Стоком Тренте военный лагерь. I don't need a 12 строить. Так, вот эту метку можно уже убирать. You need favor to deny. Я думаю, что он собирает эти штуки, чтобы апнуться в рыцари. Поэтому мне надо идти пикинеров. И строить копки сейчас просто. Если я вижу Statue of Liberty, I backstab. Видимо. Окей, no statue, no statue. Что я тут поставил? А, ну стены сначала, да. When she got 16. No. No more diplomacy. В любом случае, сначала стены. Здесь и здесь. Can I loan 250? No way, I'm not a bank, come on. Так. You just got 120 from me. Так, you look like a oh my god, a nice путей, I look like a man, I use it for night upgrade. Есть. Из Шеффилда у меня не бегает ничего. Fine, fine. So I don't play for you, come on, Interqueue. You're such a bad alliance. I'm a good man. Good man, but bad alliance. My friend. Ну что, поменяем тогда. Нет, стены надо построить. Стены построить и. Есть ли что-нибудь два хода, чтобы открывалось? Эти феодализм, потом военную подготовку. Ну, Шумер прям откровенно будет на меня нападать. То есть, там к этому надо подготовиться. То есть копейщики, которые потом
становятся пикинерами. Пикинеры, по-моему, не требуют никаких ресурсов, да. Ну вот я мог бы с бразильцем трюфелями теперь торговать. Из-за того, что дал просто перец, пряность, точнее, купы. Английский канал. Вот здесь. Это я мощный канал проложил на другом конце света. Не, серьезно, странно. Я знаю, что кто-то может написать, что ты строишь чудеса, когда на тебя планируют нападать, но чувак на меня планирует нападать рыцарями. А, по идее, мне должно хватить. Давайте так вот стоять, смотреть. Так, исход евангелистов нет. Монументальность. Чуть подумаю. Наверное, вольнодумство надо брать. У меня соседство гавани хотя бы хоть какую-то науку будет давать. И как там остальные? Уже все в золотом, кроме Гильгамеша. Это радует. И приходится откладывать открытие многих необходимых. Знаете, наверное, хочется на производство, но отправим на деньги, тем не менее. Так, в пикинеров выйдем, потом выйдем в арбалеты. Денег у меня должно и на это хватить. Пена, я этим ходом, следующим ходом строю. Это уже тяжело брать. Даже рыцарями. А как я напоминаю, на рыцарей тараны, там осадные башни не действуют. But if you want to meet, it's fine. I don't know. America, you want trade routes to me? I've got no trade routes to you, so no. Так, это ко мне давайте. Я не буду. Даже за себя могу проголосовать. Мне как бы минус 5 лояльности здесь вообще никак не влияет. Тоже за себя. I want two diplo points from you. Okay. I will send two trade routes to you. С другой стороны, ну, в общем, я не буду ничего добавлять. Я просто по одному голосу отдам. Не думаю, что пройдет. Так, торговые пути к купе. Отлично. Это мне даже в плюс. Тут плюс 20% прироста Гильгамеш. Но минус 5 лояльности. Ну, кстати, это тоже может быть в мою пользу. Потому что capital is east of that. Go from south, yeah.
Ладно, смотрим. The same guild. Trade routes too. Oh! I said it. You said yes! Okay. I don't know why. Trade routes too. No, I don't know why you didn't do that. Also. Yeah, sometimes it is blocked. Maybe I clicked the wrong player. Так, стены завершил. Через один ход я поставлю на строительство. Ну, давайте, наверное, строить уже копейщиков. Несмотря на то, что карточки не стоит еще. Ну, приходится, блин. Очень не хочется этим заниматься, но благодаря... Так, надо это сюда перебросить куда-то. Благодаря Гильгамешу я эти Виктора взял, например, вместо других более классных. Ну, так... тот же Пингала в столицу был бы неплох. Мне уже Магнуса надо будет пересаживать следующим ходом. Я уже все... А когда это тут овцы успели быть разграблены? Хм. Ну, рыцарями против копейщиков удачи. У меня 41 мощь в бою, у него будет 48, но против рыцарей плюс 10. То есть у меня 51. 51 мощь против 48. Я штуки 4, наверное, сделаю. О! Я наконец-то смогу сейчас перемещаться по морю вне зависимости от требований морских технологий. Ну, правда, это только для этих морских юнитов. Поселенцы таки не могут. Да, я знаю, что тропический лес можно будет обрабатывать лесопилками, но у меня тут дофига холмов. И тем более до обработки лесопилками куча времени. Yeah, okay. Don't you be worry. Don't you worry. I'm not going to come in and say hello. No, I don't worry. Hello, my baby. Так. You can attack, I mean, with this one Tauchuk. Военная тактика, потом пойдем в картографию тогда. Exactly. Копейщиков тут меняем. Yes, thank you, thank you. Ставим. Как раз вот это. Ну и, наверное, it's not happened to be in Auckland in the game, does that? I don't find any. Hey Jessica, anyone sourcing some blues yet? Так, Клавер уже, по-моему, в стремени. Сколько у него денег? У него денег мало. Не знаю, как он тут планирует апаться. Раз копейщик, два. Это три будет. Ну, давайте 6 копейщиков сделаем, и я думаю, этого выше крыши.
один ход, два хода, два хода. Да, некуда тут заселять. Блин, надо Фес отправить будет. А что Фес хочет? Теологию. Тяжелая колесница, теология. Проложить торговый путь в Москве. Почему у меня три города-государства хотят от меня теологию? А для теологии я должен основать религию. Вообще-то. I'm gonna settle by the sea down at the tundra up east of Nippur. Sorry, Kupi, what did you say? Where's that settling? And one new castle in Perth to the left. Settling? England. Yeah, can interkill just so loud that I didn't hear you. Where is your satellite going? Sorry. To the west. No. It's not. You mean my island? I don't think so. I don't see your island. You mean your satellite that's sitting in the sea? Yep. Where is it going? I can't swim by the ocean. Okay. That's why I'm confused. It's just... He just stands there and watch your trade route. Trade routes, fair enough, okay. A bit weird, but... Ну, меня спрашивают, куда эта поселенница идет, потому что она видит мои катапульты подъезжают. Ну, катапультами, конечно, будет попроще, но без поддержки рыцарями, которых будут копейщики нивелировать, это все... Денег больше идет в Францию и Вавилон, чем почему невозможно поменять местами? Ну вот как эту хрень исправят? Sorry? You're at war. Приходится Виктора прокачивать. Yeah, angry war. He took my friendship and then outpost me. Wow. This made wow, this war on you. О, там. Why? Она с кем-то... О, вот где я могу. Смогу в будущем поселиться. Пока у меня нету таких технологий. Так, ну... Отложим пока военную тактику. Амфитеатр строим. Жене нету ни одной культурной ГГшки. Блин, правительственную площадь еще. Мне нужна правительственная площадь, на самом деле. Причем в Бирмингеме мы ее построим. Корея. Do you remember? Зачем он это делает? Так.
Копейщиков я достаточно настроил, как мне кажется. Или тут его одного держать на всякий случай? Гильгамеш копит бабло. Ух ты. Она тут все заселяет. У Маури-то не все так плохо, как я думал. Шли в наемники. Предложила. Отлично. Так. Откроем. Так и так сделаем. В рыцарей он все еще не апает, значит я успеваю вообще выйти в копейщиков, в пикинеров. Ну и, видимо, военный лагерь тут надо строить в этом городе. Вот здесь ветеранство надо будет взять. Как говорится, удачи. Сколько апгрейд сейчас стоит без наем? 120. Я, в принципе, тут все и смогу даже апнуть. Не знаю. Зря Гильгамеш, зря. Тоже военный лагерь. Центр коммерции. А, так это, подождите, это, наверное, караваны между своими городами пускает. Давайте тогда исследуем это побережье. Мне надо в Фес. Так, в Лондоне 10 жителей. Кампус плюс 2, плюс 2, плюс 2. Кстати, а тут если... Thanks to you, though. It's gone. Равно плюс 2. Тогда лучше Шеффилду вернем. На этом пока все. Спонсоры канала продолжения могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества, а для всех остальных оно запланировано на завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях.
а также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!